sports.docha.com. Покупай спортивное питание, атрибутику и одежду по самым низким ценам. market.docha.com. Твой главный помощник на пути к новым рекордам. Всем привет! С вами Панин Вит, и это самые крутые из анонсированных боев 2017 года. Следующие 12 месяцев будут насыщенными, полны громких боев. И наконец уже должны дать титульный бой Хабибу. Но это не точно. Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Хоть Тони не горел желанием мгновенно подписать контракт на бой, а тянул время в ожидании всяких обновленных соглашений и лучших условий, подсознательно зная, что проиграет Хабибу, но все-таки это случилось. Как мы ждали 4 марта это событие, так 4 марта и дождемся, когда Хабиб завоюет, цитата, «выдуманный временный пояс», а потом сразится за настоящий с Макгрегором. Если бы эти два события протекали в один день, даже в этом случае нас уверяют, что Орел приехал бы домой с двумя поясами. Не знаю, как по поводу Конора, но с Тони все чуть проще. «На этот раз мы все решим внутри октагона», — написал Фергюсон в Твиттере. «А где же излюбленная угроза с покушением на убийство?» Кажется, начинает пахнуть жареным. В любом случае, нас еще ждет развлечение после марта. Ведь в британском рейтинге ожидаемых боев народ поставил Хабиба и Конора на первое место в легком весе UFC. Также говорят, что единственный, кто сможет остановить победную серию Тони Фергюсона, это Хабиб, после чего схватке с Макгрегором не должно помешать уже ничего. Даже ожидаемое прибавление в семействе ирландского суперчемпиона. К слову о нашем бородатом друге. Недавно Флойд Майвезер предложил финансовые условия, на которых он бы согласился провести поединок с Конором Макгрегором. Боксер предложил 15 миллионов долларов чемпиону UFC в легком весе. При этом сам Майвезер гарантированно получил бы 100 миллионов долларов. Президент UFC Дейна Уайт обсудил это предложение в эфире телеканала Fox Sports 1. Цитата. «Вот настоящее предложение. Я из тех, кто может делать такие предложения. Мы платим тебе 25 миллионов долларов. Мы платим Конору 25 миллионов долларов, а потом обсуждаем проценты с Pay-Per-View. Вот настоящее предложение». Федор Емельяненко против Мэтта Митриона. Фанаты Фети привыкли видеть его в поединках сильнейшими, а потому все еще мечтали о его подписании в UFC. Но в данном случае выбор Беллатора и Емельяненко не просто объясним, а выглядит максимально логичным. Во-первых, Федор дружит с президентом компании еще с тех времен, когда тот возглавлял Strikeforce. А во-вторых, в UFC сейчас приходит эпоха новых звезд, которые вытягивают из организации все большие контракты. А потому вытащить из новых хозяев адекватное предложение все равно бы не удалось. Заметили, да, что в последнее время все больше недовольных топовых бойцов выбирает Беллатор? Хенда, Рори, Фил Дэвис, которых из UFC никто не выгонял, а на момент ухода они прочно сидели в первой десятке. Наконец, тяжелые и полутяжелые дивизионы Беллатор сейчас достаточно укрепились, чтобы предложить уже возрастной легенде достойную конкуренцию. Короче, Митрион крупный и мощный боец. И не забываем, что в последнее время такие навыки доставляли потерявшему в скорости Емельяненко немало проблем. Мало того, Мэтт хорошо чувствует себя в стойке. Так что схватка может обернуться абсолютно непредсказуемым исходом с прогнозами профессионалов 50 на 50. Если Емельяненко его пройдет, значит порох в пороховницах еще есть, и биться с лучшими он способен. Закончится же бой разгромной победой Митриона, придется признать, что время нашего Федора ушло. Ничья раздельным решением судей и многочисленные сомнения в звании текущего чемпиона полулегкого веса заставили все-таки Вудли решиться на реванш с главным претендентом Стивеном Томпсоном на том же 209-м UFC. Несмотря на то, что у Тайрона еще есть с кем подраться, например, с Демианом Майя, Ником Диазом, Майклом Биспингом, Жоржем Сен-Пьером, ведь победа над этими парнями сделает его бесспорно величайшим полусредневесом, когда-либо выходившим в октагон. По крайней мере, он так считает. Тем не менее, Вудли, долго не мешкаясь, принял решение еще раз подраться со Стивеном Томпсоном. Холли Холм бьется за титульник в полулегком Жармейн де Рандами. 208-е шоу 12 февраля. Что здесь можно сказать? Сначала Конор, потом Нуньес, теперь Холм. Один сделал, и у него отобрали. Нуньес, по крайней мере, доказала, что она может выбить дерьмо из любой, а может и из любого своего конкурента. И теперь Холли хочет удерживать два пояса одновременно. Говорит, что может помечтать о том, чтобы завоевать титул в полулегком, а потом собраться и вернуть пояс в легчайшем, который она потеряла. А вот насколько это реально, мы увидим чуть позже. Оувирим Хант.
История 42-летнего Марка, который безуспешно пытался получить часть бабла Брока Леснера после их поединка на юбилейном UFC, наконец перестал ныть и на время перестроился на то, что он отлично умеет делать. One shot, one kill. Как это было видно ранее, но в частности на полосе двух побед, когда он по очереди отправил в нокаут Сильву и Мира. Теперь наш друг принял бой лишь на том условии, что организация внесет изменения в его контракт на случай, если Оверим, как и Леснер, провалит проверку на допинг. Хотя нет, с нытьем это еще не все. Алистар, к слову, в предыдущем поединке предпринял неудачную попытку отобрать титул в тяжелом весе у Стипа Мьочича, проиграв действующему чемпиону нокаутом на 203-м шоу в Кливленде. Оверим и Хант. Должно быть интересно. Парни под конец декабря занимали 3-ю и 7-ю строчку в рейтинге тяжей UFC. 4 марта Хабиб и Тони схлестнутся в неравном поединке, а ровно за месяц до этого свое ДР празднует Андрей Орловский, который вне зависимости от того, выиграет свой бой 28 января или проиграет, неплохо тусанет. Как отмечает сам боец, предыдущий год был недостаточно хорошим, поэтому он всерьез настраивается на своего соперника Фрэнсиса Нгану. Наш выпуск подходит к концу, но это не значит, что на этих 6 крутые бои 17 года закончились. Если мы забыли упомянуть еще какие-либо крутые поединки 17 года, отметьте их в комментариях. А я пока напомню об ответочке Майвезера Дэнни Уайту на его предложение. Цитата. «Ах ты ёбаный шутник, мужик, глянь на мои часы, знаешь, сколько они стоят? Пробей!» Друзья, я чуть не забыл про возвращение паука. Новом поединке в карде UFC 208. Рекордсмен по количеству титульных защит в UFC, Андерсон Сильва, встретится с Дериком Брансоном. Наш бразильский друг в прошлом году провел 2 поединка, проиграв Майклу Биспингу и Даниэлю Кармье по решению судей. Сколько уже можно проигрывать Сильве? Постоянно победу отдают не ему. Недавно он говорил о своем желании провести реванш с Биспингом, но у UFC оказались другие планы. Дерек Брансон в прошлом поединке в ноябре проиграл Роберту Уитакеру, что прервало победную серию Брансона из 5 побед подряд. Так что мы надеемся и ждем возвращения Паука, хотя последнее время с возвращениями в UFC не очень. Но я очень хочу, чтобы Андерсон одержал победу и желательно нокаутом. А пока на этом все. С вами, как всегда, был Панин Вит. Подписывайтесь на классный паблик MMA News, чтобы не пропустить последние новости. Всем спасибо, еще увидимся.